Дай ручку свою. Кать, я давно хотел это сказать, так же, как и все мои подписчики. Я уверен просто в этом. Давно нужно было это сделать. Пись, привет. Кать! Алло! Это мое место. Нет, всё. Давай сваливать, Нет, Кать! Ты мне стул не сделал, я сижу тут. В этот раз будешь на табуретке сидеть. Давай, на табуретку! Нет! Это мое место, но я еще тебе не успел собрать. Неси табуретку сюда. Блин, капец. Вот он не сделал мне стул, а я должна на табуретке сидеть. Я в шоке. Спасибо, спасибо. Ваше коронное место. Раньше было лучше. Тебе фофан дать? Проверка звука, раз, два, три. Выдохнули, вдохнули. Подожди. Да я серию начну. Ну нет. Чё? А чё у тебя такой фон классный? Где покупал? Дай ссылку. В жопе мир. Давай, еще и ты давай так же за Катей. Вот Кате не хватает, да, вот еще и ты давай в комик напиши. Эдисон, какой у тебя красивый пустой фон. Скоро будет нормальный фон, я уже всем 100 раз обещал. Здорово! Второй сезон Нубика Катеридзе. Вы ждали, вы просили, ты ждал, ты просил. Мы сделали. Спустя сколько? Спустя 4 месяца практически. Что нужно сделать, чтобы выходили новые серии? Подписаться, поставить колокольчики и... И обязательно подписаться. В первую очередь подпишись, чтобы никогда не пропустить. В первую очередь пропиши... Ёб твою мать, пропиши. Ты чё? Нет? В первую очередь подпишись на канал, чтобы не пропускать наши новые ролики. И поставить лайкокос, чтобы вышла новая серия. Все зависит только от тебя. Наберем много лайков, будет много серий. А ты ныла. Так ты сейчас будешь играть. В любом случае мы меняемся сейчас. Давай, иди сюда. Лошаркин. Кто сидит на табуретке, тот лохопут. Сама такая. Проходите, идите. Ой, Кать, если ты... Направо. Если ты не помнишь, что это за блок, это Bedrock. Да подожди, стопэ! Ребятки, давайте в комментах напишем Кате то, что Bedrock ломается. Иди попробуй его сломать, он же ломается. Вот, если он не сломается, ты будешь самым настоящим пипи-дастером. Хорошо, он ломается. Ты уже пи. Почему? Ты уже пида. Пипида. Пипида, да. Ты пипидастер. Почему? Пипи. Так он ломается, просто дольше его нужно ломать. Иди вперед, не умничай. Иди туда. Вот туда. Помнишь, здесь был твой домик в прошлом сезоне, но его взорвали хейтеры. Иди прямо, вот прямо, прямо. В этой серии я подготовил тебе испытание. Направо иди. Вот там Антон. Вот там Антон. Антон. Но сейчас не к Антону. Где? Здесь? Видишь вот эту постройку квадратную? В этой серии ты будешь проходить испытание на лучшего майнкрафтера. На девушку майнкрафтера. У тебя должна работать соображалочка. Включай ее. Как туда попасть? Наверное, нужно что-то сломать. Нет, ломать ничего нельзя. Не нужно ломать ничего! Иди просто попади в нее. Как попасть внутрь, у меня вопрос. Ты смотри на стенки, а не смотри на небо. Небо тебе не поможет в данном случае. Тихо, да сосредоточиться, блин. Иди дальше, иди дальше, иди дальше. Опа, что-то делаем. Ага. Ну, нельзя пройти? Можно, можно, можно. Не-не-не, что-то не работает. Значит, иди дальше. Значит, иди дальше. Вот туда, туда, направо. Что? О, что же? Что за дырка? Не-не-не-не, это просто шахта. Уверен? Да. Вот там справа что-то. Опа. Запомни! Первое правило антитроллинга. Нажимай на то, что выделяется. Там много чего выделялось. Нет, со всей этой постройки только дерево выделялось. Короче, в этих сундуках тебе нужно что-то найти. В этих сундуках... Ёкарис. Да, но подсказочка. Также что-то... Нос зачесался. Не дай... к добру. Дай укушу. Если что-то выделяется, нужно тыкать. Запомни это, мать. Но я не мать. Что-то же выделяется, явно выделяется. Ну да, должно выделяться. Вот он.
А, да, еще один сундучок выделяется. Сейчас найдем. Давай, ищи. О, вот он. Их два, да? Нет, что-то... Нет, тоже не то. Может, с другой стороны, может, где-то вот здесь? Не знаю. Опа! Нажимай два раза на одну стрелу и перетаскивай к себе. Я тебе помог, потому что нажал на контур. Короче, обернись на 180. И ты видишь сейчас дырочки. В дырочках что-то есть, во что тебе нужно выстрелить, и чтобы тебе открылся проход. Ищи. Я тебе сразу дам подсказочку, кнопочка. Ты слишком мало места. Смотри в дырки. В дырку. В дырку. Знаешь, когда в дырку. Берешь и в дырку. Просто смотри. Что там есть? И зачем тебе вообще понадобится лук? У меня такой вопрос. О, что есть? Что? Что? Не-не-не-не-не, ты на стеночку смотри. Так, не бомбить, мать, не бомбить на стену. Там тележка. И это уже второй раунд, я тебе говорю, на дырку смотри, мать твою. Фу, на дырку, на стену, ты меня сама уже спутала. Не ломай, на стену смотри. Ты уже только что видела это, я сказал тебе кнопку ищи. Вот кнопка перед тобой. В дырку посмотри. Вот кнопка. Видишь кнопку? Ты что, издеваешься? Вот кнопка. Там, вот там, да? А, все? Нет. Ну вот, нашла ее? Нет. В смысле нет? А что ты только что сказала? Вот та, вот та? Вот та, вон там. Какая? Да, да. Как она мне? На это тебе и дали лук. Ага. Нет, тебе не стрелки нужно кидать, вот как дротики, а лук взять и выстрелить. Это запрещено. Бери правую кнопку и натягивай. Натягивай, задерживай. Оп, выше, чуть выше, чуть выше, еще чуть выше. Давай, отпускай. Ну не зря я 6 лет стреляла. Не зря, не зря. Катеридзе, второй уровень. Тебе нужно пройти вот я на ту... Я уже устала. Тебе нужно пройти на ту сторону. Просто иди на ту сторону и все. Ну, перепрыгивай, я не знаю. Нет, так оно не работает. Короче, смотри, я сразу тебе дам подсказку. Там есть 5 вещей. Одна из этих вещей поможет тебе перепрыгнуть через вот эту яму из лавы. Тостер с правой стороны. Можешь приближать. Да, нет, подожди. Вот. С левой стороны у нас телефон. Потом у нас идет корзина с La Baguette de la France. Помогут ли тебе багеты? Потом идет тележка, телевизор и тостер. Что тебе поможет переплюнуть, хотел сказать. Тележка. Почему? На ней можно прокатиться. А как ты прокатишься, если она на другом конце? Тебя тостер. Телефон. Мой отокатительный вариант стул. Определись, что тебе поможет. Телевизор. Нет. Ну ты можешь пробовать, я не знаю, как. Нужно реально. Да что ты делаешь? Почему ты стреляешь? Turn on the logic. Ты не сможешь перепрыгнуть через вот эту яму. Я могу багетами простроить себе дорожку. А как ты их возьмешь, если они на да другом вообще конце? Вообще никак не нужно. А значит, ты не проходишь испытания, да? Так, что ты выбираешь? Телек. В смысле телек? А что ты с ним хочешь сделать? А мы сейчас попробуем его взять и на нем прокатиться по лаве. Давай. Ага. Почти. Хорошо. А нет, мне кажется, не сработает. Кать, включи логику свою, пожалуйста. Что тебе может помочь перепрыгнуть на другую сторону? Один из этих предметов. Я думаю, что он не должен помочь. Я не знаю, давай попробуй. О! Все, я прошла. Ты прошла, молодчинка вообще. Да! Да! Иди дальше. Это. Последнее испытание на носу. Иди дальше, дальше. Слезь со стула, слезь со стула. Я не могу. Слезь со стула. Я не могу. Со стула слезь, ушла отсюда, матушку твою со стула. Чтобы слезть со стула в Майнкрафте, нужно просто Shift нажать. Чтобы слезть со стула, нужно просто Shift нажать, тупица. Как ты это не знала? Пипидастер. В другую сторону, зачем ты на первый уровень возвращаешься? Вот.
Ну... Как ты это понимаешь? Это дверь, мы правой кнопкой нажми. А, вырежешь? Нет, не вырежу, ничего. Последний уровень. Подожди, здесь у нас будет вопросик. Я знаю код, 22869. Код — это дата выхода первого нашего собак. Reloading this bitch. Код — это первая серия выхода... Матушку твою. Reload. Код — это дата выхода первой нашей с тобой серии в Майнкрафте. Это был июль. Ну, какое? Ты, уже ты угадала, да. Как ты думаешь? Я буду говорить тебе тепло, холодно. Где-то в первых числах. Тепло. С первого до девятого. Тепло. Седьмого? Нет. Шестого. Пятого. А, ну давай сейчас. Нет. Девятого? Нет. Восьмого? Нет. Первого? Нет. Нет. Третьего? Нет. Четвертого? Нет. Пятого? Нет. Шестого? Нет. Восьмого? Нет. Девятого? Нет. Нет. Первого? Нет. Девятого? Нет. Восьмого? Нет. Подожди, я тебя спросила с первого по девятое. Я сказал, да. Но была еще одна цифра, которую ты почему-то три раза пропустила. Я не имею понятия, почему. Почему ты с одного по девять каждую цифру назвала, произнесла по три раза, а одну почему-то пропустила? Первое. Второе. Второе. Писывай. Подожди, 2 июля мы будем дедушке день рождения. 02. 02? Ты просто 2 написал. 02. 07. 18. 2018. 2018. Заходи, бегом! Ага. Стоп, я знаю, что это такой дракон какой-нибудь. Нет, не дракон. Стоп. Ничего такого не будет. Иди на нажимную плиту. Не будет никаких драконов, обещаю. Короче, Кать, подходи к алтарю, становись напротив меня, напротив священника, становись, смотри на меня, мне в глаза, и все, можешь отпускать мышку, можешь отпускать клаву, я вот так. В общем, Кать, надо было это сделать еще в первом сезоне, но, наверное, хорошо то, что мы с тобой дотерпели до второго сезона, поэтому сделаем это сейчас. Дай ручку свою. Кать, я давно хотел это сказать, так же, как и все мои подписчики, я уверен просто в этом. Давно нужно было это сделать, но я решился только сейчас. Но мне кажется, сейчас как раз и самое нужное время. Сейчас мне кое-что тебе нужно дать. Кать, готова ли ты? Охренеть, что ли? Что ты делаешь? Ты вообще в своем уме? Мне 20 лет! Какой? 20? Я еще в школе учусь, ты что? Какую школу? Ты в универ ходишь! Неважно! Ты офигела! Тихо, мать! Успокойся! Чего офигел? Ты что удумал? Коронацию провести? Посвятить тебя в профессионалы в Майнкрафте, вот собрал священника. А ты чё подумала, мать твою? А где гости? Ну, у нас же друзей нет, поэтому гостей нет. Ну, да, подписчики не пришли почему-то, вот. Коронацию я хотел провести, ты чё подумала? Фу, ёпарасы ты. А чё ты подумала? Я ничего. Давай проводить коронацию. Давай. Меч или кирка? Меч. Хорошо. Да, я тебе на колени сяду. Кто не понимает, что сейчас происходит, я все же решил, да мне кажется, и все вы со мной уже согласны, то что надо провести коронацию и посвятить Катеридзу уже в профессионалы Майнкрафта, потому что она уже прошла те низы нубиков и стала уже хотя бы немножко шарить в Майнкрафте. На процентов так 2. Из 100. Но все же она уже не нубик, а уже хотя бы какой-то, да, профессионал. Катя переходит на следующий уровень.
Нагибайся, мать, нагибайся. Честь сына, отца и святого... Ой, извини, пожалуйста. Святого Духа. Да я тебе посвящаю. Сына и отца и Святого Духа в честь ночи Херобрина, святого заряженного крипера и... Крипера, скелета, меча, кирки, вилледжера, кто там у нас еще есть, оцелота, данжа в джунглях, в честь всего самого хорошего, что присутствует в Майнкрафте, в честь новой вышедшей версии 1.13.2 Майнкрафта, посвящаю тебя в нубика, фу, мать вашу, посвящаю тебя... Профессионала в Майнкрафте. Поцелуй огромный меч. Все, хватит. Все. Ты больше не нужен. Можешь радоваться. Овации, овации, я не слышу Я справился со своим заданием. Мы справились с вами, господа, пацентре, пацанессы. Катя не знала то, что мы будем ее посвящать в профессионалы в этой серии. Но мы это сделали. Катеридзе, священник, я. Спасибо, то, что смотрели эту серию. Наступил новый этап жизни. Новый сезон. Поднимем Майнкрафт с колен. Вместе построим. Вместе взлетим. Светлое будущее только в наших руках. И ногах. Вперед! Да все, хватит. Подписывайся на канал, если хочешь продолжение. Если ты поставишь лайкусик, мы наберем с тобой. Ну сколько лайков? 25. 25 тысяч, если мы прямо сейчас наберем, мы обещаем с Катей то, что выйдет новая серия профессионала Катюхи в Мунсрухте. У меня вместе с моим красивым задним фоном, вместе очень. С Катей, мы заканчиваем эту серию. Говорим вам огромнейшее спасибо, всем удачи и всем покасики. Пока.